Приветствую. Итак, вторая часть по обмену доллара на гривну по более выгодному курсу, чем приватбанки. Предполагается, что у вас есть или YouTube-канал, или сайт, который монетизируется в AdSense. Короче говоря, вот заработанные доллары, которые, как правило, после 22-23 числа каждого месяца перечисляют на ваш счет в банке с помощью SWIFT-перевода. Как правило, доллар приходит на долларовую виртуальную карточку в Privat24. Ну, если вы вдруг не знаете, как создать такую карточку, то вот вверху есть плюсик, кликаем и создаем карту USD. Далее под этим видео будет ссылка на криптобиржу Binance. Если вы не зарегистрированы, регистрируйтесь. Если уже зарегистрированы, то просто пропустите этот шаг. Хочу также сказать, что после регистрации на Binance обязательно верифицируйтесь, то есть заполните паспортные данные, сделайте распознавание лица. Если вы верифицировались, должна появиться надпись «Успешно». Теперь нам нужно получить виртуальную банковскую карту Wise. Ссылку на регистрацию Wise я также приведу под этим видео. Возможно, вы уже там зарегистрированы, это хорошо. Заходим в Wise и обязательно тоже верифицируемся. Это нужно сделать обязательно и дождаться на почту сообщения, что документы проверены и все успешно. После успешной верификации создаем Wise USD карточку цифровую, а также кликаем «Открыть счет в гривне». USD карточка – это равноценная карта с именем владельца, дата окончания срока, кода безопасности. Вот именно на эту карту мы будем пересылать из Privat24 наши кровные доллары. Ну, что, собственно говоря, мы и делаем. Заходим в Privat24, кликаем на перевод средств с долларовой карты, вводим номер нашей карты Wise, что мы зарегистрировали, то есть вводим имя, фамилию карточки Wise и вводим сумму в долларах, которую мы хотим перевести. Как правило, средства с Privat24 на Wise поступают мгновенно, но есть вероятность, что деньги зависнут. Как правило, зависают на пару недель, но почти всегда приходят на Wise без проблем. Итак, вот наши доллары пришли на Wise. Теперь мы нажимаем «Конвертировать доллар в гривну». Гривна появляется у нас на кошельке Wise, правда, ее уже меньше. Но не переживайте, мы все это вернем с лихвой. Далее заходим на Binance, выбираем торговля, выбираем P2P и выбираем купить USDT. Теперь в графе Fiat выбираем UH, ну то есть гривна, а в графе оплата Wise. Далее выбираем подходящего продавца, сумму и жмем «Купить USDT». Вводим, сколько мы хотим купить долларов за гривны через Wise и покупаем. Покупка делается следующим образом. Продавец дает в ордере свой email. И вот уже в Wise вы делаете перевод гривны на email продавца. Это занимает пару минут. Подтверждаем, что мы отправили гривну через Wise и получаем на свой счет в Binance в USDT. И вот теперь самое интересное. На Binance кликаем P2P, продать USDT, в графе Fiat выбираем гривну UH, а оплату PrivatBank и кликаем продать USDT. Как вы понимаете, купили мы доллар, грубо говоря, за 29, а продаем теперь его за 35. Итак, кликаем «Продать USDT», вводим сумму, а также в способе оплаты вводим реквизиты нашей карточки в PrivatBank. Именно туда продавец перечислит нам гривну за наши USDT, за доллары. Вот и все. На все про все такая операция занимает минут 5, 10, 15. Как я говорил в первом видео, такой один круг дал мне прибыли плюс 530 гривен, с 127 долларов. Так что вот таким способом вы можете максимально выгодно обменять доллар на гривну.